Здравствуйте, это программа «Формула успеха». Я Виктория Юркова. Сегодня помогаем молодой паре решить жилищный вопрос. Что выберут в итоге, дом или квартиру? Узнаем совсем скоро. Когда у молодой семьи из Орла встал вопрос, что покупать, дом или квартиру, решили для начала посмотреть оба варианта. Еще несколько десятилетий назад на территории, относящейся к Орловскому району, простирался пустырь. Теперь на этом месте большая стройка. Крановщики и каменщики работают ежедневно, особенно в летнее время. А первый микрорайон за последние годы активно прирастает к Заречке и расширяет новый спальный район Орла. Всего на этом месте вырастет 13 домов, обещает застройщик. Кстати, осенью 2017-го ключи от заветных квартир в свежевозведенных пятиэтажках получили новоселы первых двух домов микрорайона. Но вернемся к нашим героям, рассматривающим дом на улице Орелстроевской в качестве будущего семейного очага. Здравствуйте, рады видеть. Сегодня посмотрим шоурум первого микрорайона. Это однокомнатная квартира в готовом варианте. Соискателям нового жилья интересно все. Рассматривая квартиру с отделкой под ключ, пара обращает внимание на качество материалов, которые при этом используются. Конечно же, важна их долговечность, чтобы каждый год не делать ремонты. Кстати, застройщик данного микрорайона разрешает все потрогать, пощупать, погладить стены в готовом варианте, даже выходить на балкон. Вселиться в квартиру новенькой пятиэтажки можно уже с мебелью, причем ее включат в ипотеку. Если с наличными средствами туго, предложение хорошее, отмечают смотрящие. Ремонт выполнен у нас в премиум-отделке. Он представляет собой натяжные потолки, виниловые обои премиум-класса, ламинаты. И мы сотрудничаем с 30 фабриками мебели, то есть на которых вы можете выбрать мебель. И при заезде, то есть при вселении, она у вас уже будет готова. Квартира полностью проживания оборудована мебелью. Да и вид отделки квартиры можно выбрать, исходя из толщины кошелька. Одних покупателей, говорят застройщики, вполне бы устроил эконом-вариант с покрашенными стенами в ванной комнате или санузле. Нашим же героям приглянулась премиум-отделка, где и кафель, и сантехника не из дешевых. Жилье собираются брать в ипотеку, а потому дополнительных средств на ремонт и по своему вкусу у них в обрез. Да, интересно, как будет выглядеть, когда будет мебель, отделка. 30 фабрик размещены на одном портале. Квартира – это хорошо, но еще лучше посчитали наши герои, когда нет соседей сверху и за стенкой. Посторонние шумы очень отвлекают. Отчасти можно с этим согласиться. Поиски вывели нас на Ясную Поляну. Напомним, пара рассматривала оба варианта в Орловском районе, чтобы была небольшая удаленность от города. Машина у ребят есть, а значит, добраться до областного центра проблем не составит. Зеленая зона – еще один плюс, от которого отказываться не хотелось бы. Коттеджный поселок расположен неподалеку от телецентра. Домов здесь выросло уже с несколько десятков. Участок с коммуникациями целых 15 соток. Разводи огородик или построй большой дом. А еще лучше купить сразу несколько участков рядом. Сегодняшняя молодежь заранее думает о своем будущем. Мы предлагаем здесь у нас участки и дома. Вот мы строим и продаем их, соответственно, как правило, в черновой отделке. Двухэтажный дом, этот 150 метров. Он у нас с черновой отделкой за метр выходит порядка 20 тысяч рублей. Мы можем предложить также одноэтажные дома. Мы можем вам готовые предложить и можем предложить построить на нашей земле удобный вам дом в нужной вам планировке и метража. Приценились, подумали, прикинули и отправились дальше. Жилье собственной планировки ребятам подвернулось впервые. Осмотр Яснополянского коттеджного поселка навел их на мысли. Тебе что больше понравилось, дом или квартира? Дом, конечно, побольше понравился. Да. Больше и свой, недалеко от города, в принципе.
Да, и своя территория. Тут прям лесочек такой. В принципе, если брать ночную отделку, можно взять дом. Да, и цена, в принципе, не кусается. Лето – самое время, чтобы определиться с покупкой недвижимости. Главный критерий – что цены значительно ниже, чем в сезон продаж, к примеру, весной или осенью. Да и сами застройщики в сезон отпусков предлагают аппетитные скидки, позволяющие существенно экономить бюджет семьи. Вот и цифры «Орелстат» свидетельствуют, что за первую половину 2018 года строители ввели в эксплуатацию 1655 новых квартир общей площадью 112 тысяч квадратных метров, что на 200 метров больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Нашим героям остается только сделать окончательный выбор, а остальным задуматься о хорошем приобретении.